вот это ресторан «Фламинго». Сейчас с левой стороны. Это вообще налево поворот, улица Пионерская, да? Пионерская, да. Перекресточек. Чилонзар многолюдный, да, как большой район Чилонзар. Много старых здесь, видите, пятиэтажек, четырехэтажек, но вместе с тем построены новые вот такие жилые многоэтажки, которые уже заселяются вовсю, уже живут люди. Но сейчас вот таких многоэтажек новых очень много в городе. Очень много пустых, незаселенных. Сейчас мы подъезжаем мост новый. И пешеходный мост здесь, и видите. Не открыл улицу. Да. Проспект Дружбы. Проспект, да. Нет. Старый проспект. Сейчас не открыл называется проспект. У нас прямо, видите, это все старый Чилонзар. Катартал. Старый спортмагазин. Спорт Буюмлари до сих пор он называется. Да, спорттовар. И здесь мы уже подъезжаем к кругу. Бывший круг Актепада. Да, сейчас обзывала. Через 600 метров поверните направо. Раньше, да, назывался круг Актепа, а сейчас, знаете, ориентир лаваш Актепа здесь. Так как круга нет, сейчас здесь такой, как это, не перекресток, да, какая-то развязка дорожная здесь стала. Круг убрали. Полукруг, что ли, да, теперь как-то непонятно. Не, не развязка. Тоже называется, да. Самарканд.